А вот мурманский врач Роман Пономарев, напротив, вернулся домой. Несколько недель он провел в госпитале Донбасса, где помогал лечить раненых бойцов. В аэропорту доктора встречала супруга. Почему он потратил часть отпуска на такую поездку? Подробности далее. Свой официальный отпуск Роман Пономарев провел нестандартно. Врач решил посвятить свое свободное время спасению жизни солдат и мирных жителей в зоне боевых действий. Больше месяца опытный хирург проработал в одном из госпиталей Донбасса. Для меня это, честно говоря, новые ощущения, новые эмоции, новые знания. Коллеги приняли очень дружелюбно, не ожидал от военных медиков реально такого теплого приема. Практически все время, пока я там был, мы очень тесно общались. Я на самом деле многое для себя новое подчеркнул. Опытный хирург признается, что в зоне СВО помощь опытных специалистов необходима. Ведь объем работ высокий. В среднем за день в медицинских учреждениях проходит около 60 операций. Я, к сожалению, не так часто принимал участие. Да, в среднем там 1-2 операции в день. В связи с тем, что, ну, к сожалению, мой профиль он несколько иной. Я помогал буквально ребятам закрывать большие дефекты поврежденных кожи, мышц и так далее. Тут я, к сожалению, не травматолог, а основная работа там у травматологов. В зале ожидания аэропорта Романа Сергеевича встречала его жена Екатерина. На протяжении всей командировки она и дети с трепетом думали о близком человеке и с нетерпением ждали от него звонков. И сейчас очень счастлива, что вернулся. Переживали все. Родители переживали, я переживала, друзья, коллеги. Иногда общались, смотрела каждую минуту в телефон, на связи нет. Ну, ловили каждый момент для общения. Более подробно узнать о работе мурманского хирурга на Донбассе можно будет в программе «Итоги» в субботу в 20:30.